Ирми Гулем. Во-первых, слава богу, я живой. Очень забавный молодой человек. Выжимает с грядок насекомые и солнце. Свежий сок ранних овощей. Такой, немножко с кислинкой, такой маленькой. Ну да, да. Где цветет и пахнет. Удовлетворение, скажем так, каких-то этих вкусовых качеств. Легендарная теплица. Естественно, пьют очень много водички. Фиолетовый отрыв. За культурой светолюбивой, теплолюбивой. Сама природа, насекомые помогают в производстве. От кого прячут белорусский баклажан? Здесь, чтобы справиться, надо долго работать. Мода на красный. Это не только мы, а вся округа наша. Кому смотрят в рот? Все свое, то есть натуральные, ни от кого не зависящие. В помидорной столице Синьокой. Если бы на моей родине было такое производство, было бы намного жарче. Смотрите прямо сейчас. Сними ты там, ты там огонь! Первые люди, кто не смотрит телевизор, я в шоке. Прям как в ресторане. Повар Мишлен, Ирмик. Я сломал. Можно спасательную бригаду. Справа, правая русская держава. Сельскохозяйственный сектор давно пора повсеместно переводить на новый технологический уровень, внедрять точное земледелие. Оно позволяет сформировать благоприятную среду любой культуры для роста. Весенняя свежесть. Ранние овощи на прилавках в межсезонье – выбор миллионов. Когда-то огурцы на зимнем столе появлялись аккурат под бой курантов. И то далеко не в каждом доме. Говорит, постройте еще 10 теплиц. Мы подсветим, ну так светите. В наши дни, благодаря ретивости Александра Лукашенко в модернизации сельхозпроцессов, аграрии по стране удивляют разноцветным урожаем все 12 месяцев. На страже стоят ультрасовременные досветки, вымеренные компьютером порции безопасных удобрений, умный полив, смарт-климат-контроль. Иностранец Ирми Гулам в предвкушении зеленого румтура. «Джунгли по-белорусски». Команда «Белых роз» прибывает в тепличный комбинат «Мачулище» с жадным рвением прогуляться по буяющей оранжерее. На более чем 6 гектарах через стекло соседствуют томаты, огурцы. Бурный отряд занимает почетные 2/3 площади. Ирми Гулам примеряет роль юного огородника. Важная часть амплуа – униформа с вагоном попутных вопросов. Хорошо, расскажите про технологию. Я вот вижу какие-то маленькие горшочки квадратные. Семена мы садим в кассеты, потом, когда растения немножко подрастают, мы их пикируем в эти кубики. Когда доходит время, мы высаживаем в маты. Минеральный субстрат в деле. All-inclusive с использованием прогрессивных ресурсосберегающих технологий здесь на каждом миллиметре. Компьютерное управление микроклиматом, индивидуальный капельный полив, специальная подкормка, датчики влажности, температуры. Расти не хочу. Здесь у нас выращивается сорт Раминда, слива и сорт Ксантера. Барьер от хвори. Прихотливые растения нередко страдают от фитофтороза, антрактоза, кладоспориоза. Где угодно, только не в этих парниках. Специальная программа использует эффективный метод защиты от болезней вредителей. В бой с угрозами идут отчаянные жучки-паучки. На помидорах – хищные клопы, на огурцах – клещи. Опыление осуществляют шмели. Продукт натуральный получается. Удобрение, вода и насекомые, и солнце. Если бы на моей родине было такое производство, было бы намного жарче, и вообще условия работы были бы другие. Ближе к звездам. Иностранцу не терпится оценить масштабы с высоты. Растения словно по струнке тянутся стройными рядами вверх. Подвязывание томатов – целое искусство. Требует кропотливости, терпеливости, усилий. Я думал, что ну, подумаешь, слегкотня, а для женщин так это что? Тяжелое. Да. В арсенале агрономов специальные лайфхаки. Подкручиваем по часовой стрелке. Как выяснится позже, по части овощной культуры Ирми Гулам – неуклюжий вандал. Вот таким образом. Вот каждый листик. Я прошу прощения, я сломал. Можно спасательную бригаду? Ведущего быстро спускают с небес на землю. Для реабилитации статуса огородник с головой окунается в процесс сбора. Овощеводы, не покладая рук, снимают красный, бурый урожай. Последний, если оставить на ветках, перезреет в некондицию. Срываем без хвостиков, так, чтобы оно не кололось.
Ну вот, пальчик. Интересно, туда сейчас хочу попробовать. Получается у нас, давайте. Так, под хвостик и снимаем, да? Да. Каким? Что-то не очень получается. Вот незадача. Это у томатных фей работа отлажена с филигранной точностью. Пока другие трудятся, Гулам уплетает за обе щеки. Устоять перед ароматной дегустацией прямо с грядки иностранцу мука страшная. Ведущий убедился, что томат у нас вкусный, натуральный. Мне понравился, но он очень такой нежный. То есть, если томаты, которые я до этого пробовал, какая-то прям сильный острый вкус, то тут какая-то нежность томата. Ну, такая концентрация. У нас как бы работа чередуется. Один день мы собираем томаты, другой день мы осветляем растения, срываем лист. Ну и навешиваем гусеницы, чтобы томат хорошо наливался. Больше всего, конечно же, впечатлило объемы, тут не маленькие, и высота, на какой собираются работники, обработка и вообще технология выращивания. Я такого еще ни разу не видел. Помидор-вишня. Именно так переводится с английского «черри». Впервые сорт выведен в Израиле в 1973-м. Красные, оранжевые, желтые, черные, изумрудные. Тепличный комбинат «Мачулище» в этом году впервые экспериментирует с диковинной культурой. Сладкий гибрид сверкает блестящим румянцем, словно бисер. Вес спелой бусины не превышает 25 грамм. Он как бы больше предназначен для удовлетворения, скажем так, каких-то этих вкусовых качеств населения, потому что он по массе выхода килограммов с метра квадратного значительно, конечно, уступает этим биф-томатам, которые дают большую урожайность, но, соответственно, он и выше по цене. Идеально круглые, сливовидные, в форме миниатюрного перца. В глазах у Гулама рябит от перелива красок, разнообразия оттенков вкуса. Чудо-томаты один за другим отправляются на быструю дегустацию. Каждый вид со своей вкусовой изюминкой. Он такой сладкий, ну, очень да. вкусный. Это такой, немножечко с кислинкой, такой маленький. Да, да. Очень приятный вкус. Это соленый? Ну, не совсем. Ну, не знаю, какой-то солью как будто чувствуется. Я просто не могу передать, я просто в жизни такого не пробовал. За уши не оттащишь. Продюсеры программы с трудом выводят иностранца из вкусового экстаза. Ведущему самое время спешить на очередной сочный экскурс. На модернизацию этого производства у нас ушло, по моим данным, я могу, конечно, ошибаться, где-то порядка 1 200 000 рублей. Но это позволило нашему тепличному комбинату без каких-то кредитов, займов работать в межсезонный период. Новый поворот. В советские времена технология досветки овощей – неслыханная диковинка. Главный драйвер роста культур – антрацитные теплицы. В отличие от остальных, сборные конструкции составлялись из продольных сегментов домиков. Субстрат располагался в желобах прямо на полу. Для знакомства с легендарной конструкцией иностранцев встречают на Минской овощной фабрике. Одеваем спецодежду. А почему она такого цвета? По нашим нормам нам нельзя яркую одежду, оранжевую и желтую, потому что на нее летят вредители. Цифры роста. Температура внутри парника достигает плюс 28, влажность под 80%. Это без 5 минут райдер для экзотики. Летом, когда градусы за пределами парника достигают максимальных, овощеводы корректируют показатели внутри, сдвигается и график. Рабочий день овощеводов начинается раньше, добавляются 10-минутные перерывы на свежем воздухе. Естественно, пьют очень много водички. У них своя специальная форма, спецодежда, дышащая, потому что очень жарко в теплицах. Вот мы вашего ведущего тоже приодели, чтобы им было полегче и комфортнее. В новых парниках тележки для сбора электрические, в антрацитах – механические. За каждым сотрудником закреплена определенная площадь – всего до 1100 квадратов на одного. Ирмику Гуламу для начала предлагают осилить хотя бы рядок. С куста первым делом срывают плоды длиной 10-12 сантиметров. Средний диаметр – до 4,5. На финише сбора гордый ведущий хвастается результатом. Его прикуп – набитая до краев коробка витаминов. Слушайте, у меня идея. А я могу как-нибудь маркировать, чтобы в магазине увидеть, что это моя коробка? Можно вообще, будет... конечно, нельзя так делать. А для этого делается, видите, номер упаковщика и номер участка нашего, чтобы мы понимали, кто это выбирал. Ну, вот для вас... Спасибо. Белые росы отправляются на прилавки. Позитивный человек, веселый, трудолюбивый.
Ирмик вполне справился со своей работой. Мы будем рады его видеть в нашем коллективе. Только натурпродукт. На содержание нитратов, радионуклидов овощи проверяют в агрохимической лаборатории, единственной аккредитованной в Беларуси. Заведение много лет функционирует при тепличном комбинате. Кроме базовых исследований, испытания на прочность проходят здесь и питательные растворы. Все, чтобы соответствовало рецептуре, чтобы не превышали нитратные формы удобрений, чтобы наша продукция, наши огурцы были экологически, так сказать, чистыми. Нам многие обращаются, у нас много заказчиков привозят как и растворы на анализ, так и готовую продукцию. Контроль качества возможен благодаря приборам белорусского производства плюс квалификация специалистов. Под пристальным взором руководства в научном эксперименте участвует и Ирмик Гулам. Здесь ровно 2 миллилитра, то есть мы отбираем на анализ. Во-первых, слава богу, я живой. А во-вторых, мне очень понравилось, что у них тщательная проверка происходит. Очень забавный молодой человек. Видимо, хочет всему научиться, но химия – наука сложная. Вкусный переезд. Ни одна лакомая культура не уходит от пытливого взора иностранца. На карте путешествий – новая сочная локация. Здравствуйте, меня зовут Ирмик. Добрый день, Андрей. Мы рады вас здесь приветствовать. Гостеприимная оранжерея расположилась в самом сердце белорусской столицы. Всего за год, благодаря техническому переоснащению, на предприятии удается производить свыше 30 тысяч центнеров свежих овощей, салатов, зеленых культур. Ассортимент от мяты до баклажана. Одного томата мы производим более 6 наименований. Это биф-томаты, сливовидные томаты, красные, розовые, желтые, оранжевые. В этом году мы вводим в оборот коричневый сливовидный томат. Наша новинка будет черный томат черри. Голос из прекрасного далека. Близкие сердцу Ирмика Гулама баклажаны в родном Афганистане идут на ура круглый год. Блаженный овощ, уверяют белорусские хозяйки, частый гость на отечественных кухнях. Продукт богат клетчаткой, растительными волокнами, витаминами. Чтобы удовлетворить сполна взлетевший спрос, на комбинате зримо увеличена площадь подфиолетовых. Пока это полгектара. Нужна довольно-таки прихотливая культура. В чем особенность и разница выращивания тут, например, в теплице или у себя на огороде? Ну, здесь это температура. Температура поддерживает, температура... А на улице, дальше, температура на улице совсем другая, и баклажан... хуже выращивать, здесь легче выращивать. Значит, баклажан является культурой светолюбивой, теплолюбивой. Исходя из этого, посевы его происходят в первой декаде декабря с первым сбором готовой продукции 1 апреля. Завидный урожай. Планы на 2024 – 100 тонн как с куста. Культивируемый гибрид «Бионсе» отличается ровным окрасом, длительной лёжкостью, отсутствием горечи. Вес спелого овоща достигает 330 грамм. Валентина Баркун – овощевод с 24-летним стажем. Специалист спелость плода определяет сходу на глаз. Самое дело взять в руки секатор. У Ирмика Гулама загорается взгляд. Ведущий с азартом тестирует процесс сбора. Ведущий любопытно задавал много вопросов. Все показали, все ответили ему на все вопросы. Здесь, чтобы справиться, надо долго работать, чтобы это все знать. Мимо меда. Трудятся вместе с овощеводами и черно-желтые помощники. На территории теплицы в специальных домиках проживают шмели. Насекомые отвечают головой за опыление. Сама природа, насекомые помогают в производстве. Это меня крайне сильно удивило. Такого я у себя точно не встречал. В вегетарианской душе здесь есть где разгуляться. Под 100 тоннами кристального стекла – бескрайняя зеленая поляна. На салатных линиях блаженствуют сельдерей, щавель, петрушка, базилик, руккола, укроп, кинза. Таким разнообразием может похвастаться далеко не каждая теплица. Ну, конечно, попробуйте. Такой свежий. Ну, как вам, вкусно? Ну, он такой прям, ну, это, как говорится, прям с пылу с жару, то есть он прям... Ну, да, он же свежий у нас, экологически чистое все. Столичный стандарт. Зеленая культура выращивается проточной системой. Питательный раствор протекает через каналы, где располагаются корни растений.
автополив включается ежедневно. От посева до сбора готовой продукции проходит от 30 до 36 дней в зависимости от сезона. Это можно вот уже готовый можем упаковывать. Угу. Чтобы корневая нам не мешала, особо чтобы не создавала там ничего, мы чуть-чуть обрываем ее, выбрасываем и упаковываем. Если вы хотите, чтобы он больше вырос, вы ставите с этим стаканчиком, но чуть-чуть, не надо его утапливать, потому что он будет подгнивать. Чуть-чуть водички, и все, и поставили. Вот так он будет несколько у вас дней в свежем виде. Сразу после рекламы. Занимаемся выращиванием сельскохозяйственных культур, овощей, фруктов, ягод. Такого я еще не видел, чтобы в домашних условиях прям целая теплица. Вот. А это уже, собственно, ваша да, это наша, да? Сережа, где Сережа сосна. Мы сегодня будем делать салат «Цезарь». Экстра ранний сорт. На исходе посевной белые розы заглянули в вечно зеленое царство. Ермик Гулам погрузился в процесс выращивания сбора огурцов, томатов, баклажанов, петрушки, базилика, кинзы, мяты, укропа в теплицах. До рекламы иностранец стал участником научного эксперимента. Но химия, наука сложная. Во-первых, слава богу, я живой. Попробовал томат-вишню. Он такой сладкий, очень вкусный. Собрал свой первый урожай. Мы будем рады его видеть в нашем коллективе. То ли еще будет. Мешаем. Может, я мало добавил? Вот что дальше. Удивлю, как вы так поете? Это наш такой народ. Чунга-чанга – наше счастье постоянно. Пока за границей помидоры краснеют от стыда, чаще всего тамошние аграрии ускоряют созревание за счет химии, Беларусь в каждом своем уголке наслаждается натуральным вкусом овощей. Команда «Белых роз» для дегустации выбирает неблизкую дорогу. Самый крупный населенный пункт Брестской области – Ольшан. В огуречной столице страны в деле ранних сортов частники. Километры людских теплиц раскинулись по округе. Славится агрородок Ольшаны тем, что мы занимаемся выращиванием сельскохозяйственных культур, овощей, фруктов, ягод сейчас на данный момент. Инфраструктура агрогородка представляет собой очень много индивидуальных предпринимателей. В райском месте уголке проживает свыше 8 тысяч человек. Среди них 600 многодетных семей. Порядка 400 награждены орденом матери. Почетную награду вручают, начиная с 1995-го. Статус положен женщинам за рождение 5 и более детей. В Ольшанах культ семейных ценностей – святая святынь. Ермику Гуламу посчастливилось прикоснуться к таинственному миру любви. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ермик. Виктор. Очень приятно. Мы к вам родом из Минска приехали. Под созвездием судьбы. Виктор и Александра Кириллович знакомы с детства. Вместе пара 6-й год. Семейную жизнь вовсю озаряют лучезарные улыбки трех ангелочков – Танюши, Натальи, Сергея. Ребятне есть где разгуляться. Семейное гнездышко – настоящие хоромы. Я так понимаю, это зал? Да. А телевизор вы не смотрите? Нет, мы не смотрим. Первые люди, кто не смотрит телевизор, я в шоке. Секунда час стережет. Маме в декрете нет времени валяться на диване. На ее плечах традиционно уборка, готовка, забавы с малышами. В списке обязательных к исполнению дел – заготовки на зиму. Да, там маши, салаты. Сейчас вот сезон сока березового. Закатывали сок. Ну, у вас прям заката намного. Вы прям на сезон взяли, да? Стильные углы. В интерьере коттеджа ни одной случайной детали. Балом правит минимализм. Уютное гнездышко напоминает музей семейных ценностей. Дизайн светлых тонов усиливает трепетную атмосферу. Фотографии пестрят неподдельным счастьем. Слушайте, у вас так красиво прям. Мебель все вы сами подбирали, да? Да, да, сами. Стройка с нуля. Возведение дома – дело рук молодой семьи. С первого кирпичика до выбора вот этой роскошной люстры. Величественный коттедж запросто заткнет за пояс лучшие городские метры. Высокие потолки венчают просторную планировку. А, собственно, что вы чаще всего любите готовить дома? Пюре, суп.
борщ. Такое домашнее, да? Домашнее. Белорусское. Хорошо. Вы томат любите, да? Этот год качества. Что вы скажете по поводу качества? Оно повысилось или же осталось на том же уровне? Качество у нас всегда было. Да? Отличное. То есть вы бы не заменили и импортным или что-нибудь? Нет. Перец, кабачок, помидор, огурец. Выращивание популярных среди соотечественников овощных культур – основной источник дохода. Объемы парников требуют ежедневного кропотливого труда, но пара справляется. Для меня это повседневная работа. Ну, мы уже привыкли. С детства мы работали. Ну, да, конечно, родственники. А зимой у нас здесь русские тюльпаны. Цветы продали, уже начали заниматься огурцами, с января месяца мы уже. Помидорами, получается, теперь. Но что такое я еще не видел. Впервые с таким сталкивались, чтобы в домашних условиях прям целая теплица. Семья у них классная, жизнерадостная. Это большой труд для молодой пары. Но зато они питаются натуральным, домашним. Классика жанра. После последней готовки ведущий поклялся. В перерывах между съемками он прокачает поварские скиллы. На этой кухне Гулама уже ждут не дождутся лакомые ингредиенты для новых кулинарных премьер. Здравствуйте, меня зовут Ирмик, а вас как? Меня Алена Миронова. Очень приятно, Алена. Расскажите, чем мы сегодня занимаемся, и я вижу очень красивый стол. Мы сегодня будем делать салат Цезарь. Простое в приготовлении блюдо славится питательностью. Легкий перекус богат белком, кальцием, здоровыми жирами. Классический рецепт приписывают американскому повару итальянского происхождения. Впервые пшеничные гренки с хрустящими листьями, приправленные пармезаном и особым соусом, дебютировали в заморских меню в 1924-м. В интерпретации на тему фигурируют все, что дома под рукой. Салат, сухари, помидоры, сыр, курица. Берем соус Цезарь, мешаем. Может, я мало добавил? Да, Может, побольше, да? Да, конечно. Ну, как говорится, не жалеем. Соуса. Да, выкладываем сюда тарелочки. Вот. Прям как в ресторане. Повар Мишлен, Ирмик. Одноименный соус придает салату особый шик. С вариациями можно поиграть, разбавив лимонной кислотой либо винным уксусом. Горчица, чеснок, зелень дадут пикантность. Да. Нужна ли последовательность, очередность какая-то, или можно в размешку? То как, ну, у нас, конечно, по очереди все. А, как по рецепту. Да. А дома, если можно, что хотите. Ну, у меня вроде как неплохо получается. Я люблю дома готовить. Просто. Пестрая картинка на глазах у изумленной съемочной группы приобретает сочные очертания. Скажите, а можно ли добавлять что-то дополнительное в салат Цезарь? Или только... Да, ну это считается классический. А можно добавить еще яйцо? У слада глаз. Эстетическое оформление блюда сильно повышает аппетит едоков. Куриные ломтики грациозно укладываются в линию. Финальный аккорд кулинарного шедевра – микрозелень. Любимый декор всех кулинаров мира. Мы сделали невероятно вкусный салат. Мне он очень понравился. Спасибо большое, Алена, за такой эксперимент. Двое из ларца. Это сегодня Василий и Николай Гриб, хозяева крупного тепличного комплекса. В 90-х на старте огород шелестел пленочными конструкциями. Росли родные люди в многодетной семье. Вместе с ними поставили на ноги шестерых. Весь бизнес начинал этот отец. То есть еще этот проект, это были родители начинали. И вон вот так вот получилось. Потом подхватили эту эстафету мы, сыновья его, дочери. Мы приученные были с малку. Как я и помню себя, так я и помню я чаплицы, шланги, коливы, рвать огурцы, листья резать. И так мы жили, и так жила вся наша деревня. В основном это не только мы, а вся округа наша так воспитывала суету. В распоряжении Николая Гриба 10 гектаров томата. С 2019-го комплекс процветает как доходное предприятие, обеспечивает работой сотню человек. Глава хозяйства в дело всей жизни вкладывает душу. Качественный продукт отправляется в ключевые ритейл-точки страны. 2 года назад мы как-то начали поставлять на наши сети, на белорусские. И мало-помалу за прошлый год 95% весь реализовывался в Беларуси. Томат. Бизнес в крови. Любовь к растениеводству крепче связала семейные узы. Когда плечом к плечу, работа и строить, и жить помогает. К брату, как попадете, то обязательно
томат. Завяжите, да. Обязательно. Попробую, пускай различить мой и его. Василий Гриб встречает гостя со всем радушием, униформой в руках. Ирмик Гулам передает привет от младшего брата. Эксперимент начинается с угадывания на вкус места происхождения томата. Это Тешебуры. Да. Но этот с этой теплицы, этот с той теплицы. Потому что у нас разница день спелости. Что ж, Василий угадал, меня это обрадовало, поздравляю. Чтобы объяснить схему выращивания красного урожая ранней весной, ведущего пускают за кулисы овощного королевства. Климат-контроль, забота метеостанции. Солнечная радиация, дождь, направление ветра. От высоких технологий не ускользает ни одна мелочь. Оператору остается просто задать программу. На данный период времени и на летний период проще. Но зимой у нас практически все делается вручную. Поливы осуществляются вручную, так как растения еще маленькие, им нужен контроль. Именно визуальный. Ходить, смотреть, проверять все это. Легкие тепличного хозяйства – котельная на газовом оборудовании. Рабочая температура устройства – 200 градусов Цельсия. Сними это, там огонь! Вспомогательный блок на случай сильных морозов. Каждая деталь здесь, хвастается Гриб, продумана от и до. Хотим, чтобы наши дети занимались сельхозпроизводством этих теплиц, разных овощей, чтобы наша страна тоже кушала, как люди когда-то заехали за границу, там все есть, а нас как бы это. И мы, слава богу, достигли, что в Беларуси есть свои томаты, свои огурцы есть, все свое, то есть натуральные. Ни от кого не зависящие. После помидорного интенсива Ирмику Гуламу в охотку размять голосовые связки. Ансамбль народной музыки «Вытянанка» готов обеспечить иностранцу культурное погружение в фольклорный колорит. Коллектив с более чем 40-летней историей знает все ходы к сердцу преданного зрителя. С этого года песняры носят почетное звание заслуженного любительского ансамбля. Прежде всего мы презентуем наш фольклор. Нашу полесскую музыку. У нас очень развито инструментальное искусство. Баян. Ударные. Народный барабан. Незаметно для зевак инструмент оказывается в руках у Ирмика Гулама. Вроде как получается. Полесский колорит обколесил всю Синеоку, влюбил в себя не только жителей близлежащих стран, но и Объединенных Арабских Эмиратов, итальянцев, казахов. Самое время покорить гостя из далекого Афганистана. Как вы так поете? Откуда вы черпаете энергию? Откуда столько позитива? Это наш такой народ. Добрый, хороший, трудолюбивый и энергичный. Ровно через неделю. Реально слинный. Серьезно, вот, передо мной. Эту колбасу, если высушить, ой, это настоящий белорусский продукт, и такой вкусный. Здесь ты идешь по улице, с тобой все здороваются, тебе все улыбаются. А, он еще и складывается. Ну вот это я классно, как трансформер просто. Награда из рук президента в нашем районе никто до меня не получал.